Добрий вечір. Вечір добрий. Що за зйомка? А не узнав? Не узнав. Серйозно? Серйозно. Прошу. АГС. Biz Ukrayna'nın şərqində gedən müharibəni yerində izləməyə gəlmişik. Hal-hazırda Luqansk bölgəsindəyik. 2014-cü ildə başlamış bu müharibəni dünya mediası unudulmuş müharibə adlandırır. Luqansk və Donetsk bölgələrinin 65% ərazisi bizdə Ukrayna ordusu tərəfindədir. Ukrayna ərazisidir. 35%, yəni şəhərlər, mərkəzi şəhərlər Donetsk və Luqansk. Və o şəhərlərin Rusiyaya yaxın olan hissələri Sıralarına olar separatistlər nəzarət edir. Pensiyalar buradan alınır, əmək haqqılar Ukraynadan gəlib alırlar, hamısı nə lazımdır? İstilik, su. Ancaq silah alınır Rusiyada. Rusiya hər gün humanitar yardım adı ilə humanitar konvoy deyər, keçir, maşınlar keçirlər, ax, kamazlar. Keçirdilər bu tarafa silahları. Həmən silahlar da gecə indi görəsiz, həmən o. Qazılıq əlamət olaraq ki, sizə hərə qədər bizim başımıza yağdırırlar. Ki, sağ olun, ayıq qədər, biz sizi bəyənməyik. Amma deyək ki, pensiyaları bir hafta geciksə, qışqırırlar ki, biz azından öldü, Ukrayna bizi qırır. Ukrayna bizim işimizi kəsdi, Ukrayna bizim sürümümüzü kəsdi. Pensiyamızı, maaşımız vaxtında vermir. Amma sizə hərə qədər bizi cürbəcür yüksək, iri kalibrli. Min atanlardan səhərə qədər bizi başımıza yağdırırlar. Yerli əhalinin buradan getməsi, Qatqadaqan da buradan bu ərazidən ancaq OBS-yə qüvvələri gedir. Bacarsan uzaqdan Ukrayna saldatı gələn kimi çıxdı, baxır şübhələrini orada ki, yəni o kimdə gəlir. Görüşürüz, səhbət edəcək. Salam aleykum. İri taplı silahlardan sonra kəndin dağılan evlərdir. Olsun. Şey çəkir, yüksəklik var da. Dağın yüksəkliyi var, bax, bu yüksəkliyi görsən ora. Bu şeydir ora. Peromaysk. Oradan da aşağıya, məsələn, bu kəndir seyir zona sayılır. Öyle oradan aşağı atırlar oradan da. Hələ orada separatistlərdir, o yüksəkli görsən, şəhərdən. Ukraynalı əsgərlər və yerli sakinlər nə fikirləşirlər, onları öyrənəcək. Yola davam edək. А кому нравится война, вы мне скажите, а? Вам нравится? Ну, почему вы молчите? Так, пойду я, а то бабушка. Ну, я думаю, чтобы война скорее закончилась, это, чтобы настал мир, чтобы единая Украина была. Украинский флаг, украинский флаг, там, то, поставки, да, используют. Mm-hmm. Ну, так чисто символически на красиво смотрится, как сувенир. Что это? Это хвостовики от 80-х, от мины. Вот очевидцы, которые вот в наряде стояли, могут рассказать. В первых числах февраля прилетело тут и вон, там. І трошки далі, метрів 20 від нас. Так само, це 80-ки прилітали. Кількості? Кількості до 10 штук. Ого. Це трошки далі вони ще. Нам сюди на 4 чи 5 упало. Да. А по квадрату то біля 10 штук. Ну. Терпімо, ну. Все одно за домом скучаємо. Хотімо к сім'ї, к родним, друзям. Вже довго вдома не були.
конечно. Ничего, скоро вернемся. Дочери 20 лет. Взрослые уже. Семья дома ждут все. Конечно, рано или поздно вернемся. С этих мест военных все будет нормально. Не знаю даже, что и сказать. Воля есть, сила есть. Принять решение высшему командованию. И мы это решение воплотим. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Мы, скажем так, опять-таки мы солдаты, мы воюем, и мы ждем команду, как брат сказал, что на самом деле мы ждем команду. Дай Бог, эта команда поступила, украинский солдат взялся за свою честь, за свою целостность. Я думаю, до конца будет стоять, до последней крови будет стоять. Он сегодня, на сегодняшний день, можно уверенностью сказать, что украинский солдат у него хватает и воли, сила воли хватает, у него и оружия хватает. Да, если может немножко нечто не хватает, но все равно он его добьется. Все равно сила выше, и мы в состоянии. Спасибо, брат, честно говоря. Спасибо, на самом деле. Дай Бог. И вам спасибо. Только не говори, что соскучился. Конечно, соскучился. Как? Как дела? Нормально, брат. Ага, это будет вот. Вот так, да. Война-война, надо быть красивым. Ну да, надо быть красивым. Keçən mülkü maşınlar yoxlama məntəqələrində yoxlanılır belə. Луганська Народна Республіка. В нас в Україні Луганська Народна Республіка – це не є республіка, це бандформирування, понятно? Луганськ – це територія України. А так як знаходяться там сепаратісти, то вони создають свою республіку, свої документи. Яка ситуація? При перевірці автобуса знаходимо, виходить, різні бумажки, різні справи. Це жителі, які живуть, виходить, на тій стороні, а їдуть на територію України за пенсію. Вони і там пенсію отримують, тобто і зарплату, і пенсію там отримують, гроші, і їдуть ще сюди, щоб отсюди вижити. Лапі. А ти що стоїш? Агр артилля. Албатта ж, шей, да, амзи. Ан азна сайсанчиди. Ан азна. Масафа узакта, масафа, узак масафадан вурулар, хардаса. 5-6 километрдан. Адам Видади, özüm Azərbaycanın Şəki şəhərində doğulmuşam, 67-ci ildənəm. Uzun müddət Ukraynada yaşayıram. İki oğladım var, bir qız, bir oğlan. Hansı ki, bugünkü gündə Ukraynanın könüllü batalyonlarında vuruşuram və mənə əsl məramım, yəni fikirləşdiyim odur ki, yəni bugünkü gündə Ukrayna ordusunda Ukraynanın bu çətin günündə Ukrayna xalqının böyründəyəm və Azərbaycan xalqının nümayəndəsi kimi, yəni vətənimin, torpağımın düşünürəm ki, başını gəliyirəm. Bugün çox Rusay, mən tək deyiləm, bilirsiniz ki, bəlkə də mənim belə təxmini hesablamalarıma görə bugün 200-dən çox Azərbaycanlı var. Ukraynanın cürbəcür döyüş qüvvələrində döyüşən Azərbaycanlarımız var. Yaralıların çıxarılmasını da bir dənəyə iştirak elədim, çox bir yardım oldu belə. Amma yəni, bax, indi özünüz şahid olacaqsınız, yəni bu olduğumuz bu ərazidə, bu dəqiqə. Elə bir ərazi hər gün var, hər gün atırlar, hər gün döyüşlər var. Niyə, məsələn, mən getdim bu döyüşə, döyüşməyə gəldim, niyə cəlb elədi mənim döyüşməyə? Həqiqətən də, yəni, Azərbaycanın millətimin çəkdiyi çətin günlər, yəni ki, gör, 100 illərlə də, yəni bu imperiya mənim millətimin gələcəyini məhv eləmiş. Mən qoymur, Rus imperiyası bunun qarşısını alıb. Qoymur, Azərbaycanı qoymur. Yəni nə döyüşməyə qoymur, nə yaşamağa qoymur. Yəni hər bir sahədən Azərbaycanın təzyiq var. Yəni bu gün burada müharibə başlayan zaman Ukraynada. Və mən gördüm ki, mənim əlimə bir imkan düşmüş. Heç olmasa gedib bu hayfı alım. Azərbaycan ordusu daha çox mütəşəkkil, professional belə deyək, yəni daha çox professional ola bilər. Əgər hərbi, həqiqi hərbi çağırışa çağırılmış gənclər yox.
müqavilə keçmiş, hərbiçilər gedib qulluq etsə, daha Azərbaycan üçün doğru olar, daha işçilərimiz daha az olar. Вот смотри, все вкусно, блин. Все люди думают, что украинский солдат хорошо питается, но на самом деле так оно есть. Смотри, вот показываю в примере. Тут все таблица Менделеева. Тут даже есть мясо, но не младенца, но мясо с чего? Свинюшки. Свинюшки, да. Ну, они пожалели, там уже дети не едят, они уже свинину едят. Так что приятного аппетита. Так взаимно. Дорогой, спасибо, честно, только-только покушали, вот сюда перед тем, как выезжать, покушали. Так. Это все это. Ну, это у нас благодаря волонтерам. Так. Волонтеры нам поспособствовали. Дуже смачный суп. Gönderip o. Çoxlama məntəqələrdir Ukraynanın şərqində. Burada qadın döyüşçü var. Ukraynalı qadın döyüşçü. Bu xanıma bir o verəcəm. Yəni Şalın məğzi də ondan ibarətdir ki, yəni ki, sabahlarım Azərbaycanda əgər onun belə bir konflikt olsa əgər, yəni mən bir Azərbaycanlı kimi bunların yanındayım və getsəm orada xahiş eləsəm, mənimlə bir yerə gedib Azərbaycanda bizim Qarabağımız uğrunda döyüşməyə hazırdırmı deyə belə bir sual verəcəm. Ну, років три назад, поки я не мала відношення до військової служби, навряд чи б я пішла, так як все-таки стало б питання мого досвіду і статі, і віку, можливо, тоді б я не пішла. Зараз вже, виходячи з того, що я людина, яка вже хоч якесь відношення мала до бойових дій, і можливо, б я, ну, зараз більше шансів того, що я піду до допомоги вашому народу. Раніше ні, а зараз. Demək istəyirəm ki, yəni Ukraynalı qadın 23 yaşında cavan qız, yəni bu gün deyir ki, mən hazıram. Yəni bu gün hazıram getməyə və səninlə bir yerə Azərbaycan üçün lazım olarsa, sizin vətəni qorumağa, səninlə bir yerə getməyə hazıram. Bunu Ukraynalı qadın deyir və inandırım sizə həmvətənlər, yəni ki, və bunun kimi o qədər bizim Ukraynalı əsgər yoldaşlarımız var ki, bəlkə də sabah lazım olsa, əgər mənimlə bir yerə gəlib vətənimizi qorumağa hazırlar. Dəmir yol blokadasıdır. Burada vətənpərvərlər və keçmiş hərbiçilər, veteranlar blokada edirlər. Blokada nə üçün edilir? Yəni, bunlar hesab edirlər ki, Ukrayna dövləti gündə günlük separatçıların əlində olan Donetsk və Luganski bölgələrindən kömür alırlar. Bu da həmin kömürün alınması da separatçılara maliyyə dəstəyi vermiş olur. Günlük təxmini hesablamalara görə Ukrayna dövləti 2 milyon dollarlıq kömür alır qarşı tərəfdən, yəni separatçıların əlində olan bölgələrdən. Amma ikini dəstəkləyirik, потому что мы все делаем одно дело. Это тоже борьба, это тоже часть борьбы. Но основная часть, поверьте, там, то, что с автоматом на руках стоят на фронте воевать, это одна сторона. А вот это самое главное, потому что здесь чем больше будет ребята стоять, финансирование будет останавливать, тем меньше оттуда будет к нам летать. Это на самом деле факт. И меньше будет погибать. И я уверен, я с первого дня сказал, когда начался блокада, чем быстрее, ну, чем больше блокада будет, тем раньше война закончится. Это так. Это факт. На сегодняшний день, к сожалению, за 15-16 год выдано больше 96 тысяч дозволов на оптовые поставки разнообразнейших товаров на территории, на временно оккупированной территории, территории ЛНР и ДНР. Это и дерево, это и металл, это и продукты, это и лакокрасочные материалы, это все. Уголь занимает из этого всего перечня всего лишь навсего 10%. Так спрашивается, почему мы торгуем с врагом? Почему агрессор на сегодняшний день, Россия, через
мелкую кучку предателей сейчас пытается финансировать за наш счет продолжение войны против нас же. Наша святая обязанность остановить эти все процессы. Да, я Сан-Ванварский район, аэропорт Звартноц, ну, слава богу, не принимал участие в том, что десантура лопатками тогда били, мы патрулировали с местными. И я, вот, когда узнал правду про Нагорный Карабах, что это, опять же, это, блин, это не вы, это что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, у меня после этого, как бы, я давно хотел, ну, перед представителем азербайджанского народа извиниться за то, что я тоже был тогда жертвой пропаганды. И вот, как бы, ну, здесь сам Бог свел, наверное, ты побратим, ты тоже сейчас защищаешь Украину. Спасибо вам и извини меня, дружа, честно. Как тебя звать? Меня Андрей Еременко из батальона Кривбас, уже демобилизованный. Подойди к машине, подойдем к машине, я тебе один вещь покажу. Вот смотри, смотри, брат, маленький вещь. Вот понимаю, история говоришь, да, брат? История. История всегда продолжается. Смотри, смотри. Вот книга «Як бы не война». «Як бы не война», так. Смотри. Вот это в книге, брат, есть маленький вещь. «Владай своего Азербайджан», да? В Азербайджан. И смотри, брат, это я. Красавчик. Я вот тоже, начиная с Майдана, там был волонтером, добровольцем. Понимаешь? Вот и в этом... Да. И... Я только что прочитал. Якось Саша мені сказав, тепер я розумію тебе як ніколи. Тепер я розумію, як це захищати свою землю. Тоді ти захищав свою землю, а тепер ти ще й допомагаєш це робити мені. Та знай, якщо завтра треба буде допомогти тобі, я поїду туди з тобою. Жизнь все возвращається, брат. Да, істина рано или поздно вона засіяла. Так що дуже приємно, брат. Дуже приємно, щоб ти спасибо. Тому що сказав, понимаєш, за нами правда. Как бы там ни было. Да, та война еще не закончилась, поверь мне. Карабах 25 лет. Когда тут началось, я говорю, что, ребята, будет такая же фигня здесь. Но мы этой империи развалим. Да. Эта империя зла развалится. Вы блисис, я не надо олса. Тарих-то вас. Не знаю, что без будущего гостарзы, что были бизим Карабах савашында украиналар барды. Саш ва Украина халкы да гостарзы. Ва мен да бу иштен шараф дуйрам ки бир азербайджанлы кими. Ва бу иште барам иштирак эдирам. Ватанимин, милletimin, халкымын адыны. Çalışıram ki en azından yükseklere kaldırım yani ve bu bizim borcumuzdur. Ve bu sahada inşallah mübarizeyi de devam edilir ve çalışacağız ki gelebilirler sonra yetirir ve biz de bu gelebe paradında bir Azerbaycan bayrağı ile biz de iştirak edelim ve biz de sizin yanınızdayız ve bu işte bu hak işinde sizin bölümünüzde olmuşuz.